остановить на работу были начаты сразу, однако сегодня, 1 ноября, и воды в жилых домах и многоквартирных домах, социальных учреждениях до сих пор нет. Все нормально, все нормально. Как нормально, если воды у людей нет? Ну и дальше ужасно, что? Ужасно, это ужасно. Ни туалет не работает, ни руки помыть. Работать надо, работу никто не закрывает, не отменяет.